Друзья, всем привет! Как раз кормежка. Думаю, покажу вам малышню. Сегодня, друзья, еще минус один. Короче, она, наверное, на него нечаянно наступила. Потому что я вот так его пробую. У него где груди, ну, в районе грудей, у него посинело. И я попробовал, у него прямо слышно, что... Ну, кости прямо мягкие. Ну, короче, дырка прямо так вот. Раздавила она его. Нечаянно наступила. Короче, минус один, девчулька. Три девки было и минус одна еще. Короче, архаровцев осталось 8 штучек. Ну, друзья, тут это дело такое. Видите, они ходят. Хоть она и аккуратно. Но все равно, вы видите, они вокруг нее кружат. Туда-сюда, что они хотят, он поели, ложатся. Ну ничего, 8 штучек будут еще крупнее, друзья. Так что такие дела. Это они покушали, этот вообще, гляньте, какой карапуз. Видать, что они там делают? Видать, он на две сиськи ест. Гляньте, какой у него живот. Нажрались, вот они два крупных, на первых сосках. Он наелся и шевелиться не может. Ну, друзья, а это, знаете, как вот говорят, заживет как на собаке. Но надо говорить не как на собаке, а как на свинье. Гляньте, она уже практически вся зажила. Уже ходит, я переживал. Так что такие дела, вот она. Все, отошла. А эти, друзья, здесь втроем, им нормально. Они немножечко ее, наверное, побили. И все, видите, она даже не побитая. Ну, уже они как будто они с первого класса вместе. Так что, видите, те кабаны понаедались. А она тут ходит, что-то он топчется по ним. А, ну вот, отогнали ее, видите. Ну, ничего страшного. Ну, сюда, друзья, пока месть. Ну, да вообще мы, наверное, не будем их сюда пускать, соединять. Так что такие дела. Потому что могут опять начать драться. А нам уже не нужно. Эти здесь живут. Все равно, всех будем убирать. Вот этих архаровцев. Да, ребятня? Так, Шахинечка отдыхает. Друзья, я занимаюсь кукурузой. Сегодня зайка моя убирала, тут чистила, я только вывозил тачки. Видите, я черный весь. Я немножечко помог ей там понасыпать и вывозил, потому что тащить тяжело ей. А так она все на проход покидала. Понемножечку и почистила, потому что я же говорю, я там занимаюсь кукурузой. Собирается сейчас хорошо, поэтому, ну, хорошие ребята подвернулись мне. Сегодня каждый собрал по 10 мешков. Так что такие дела. Вчера хорошо, сегодня хорошо, может завтра еще будет хорошо. Друзья, это уже перестало мычать, ну... Отсчитываем дни, что она покрыта уже. А это не приходит. Мы так тихо подгоняем к ней, подпускаем. И, ну, она пока еще нет, не готова принять его. Ну, а Катька, конечно. Здесь, конечно, Катьке намного удобней. Проход свободный, гляньте как. Все отлично, шикарно. А, еще, друзья, вспомнил. Всем спасибо, потому что вчера это случилось.
Ну, вчера некогда было. Сегодня тоже утром рано встал, но думаю, обязательно надо всех показать. А то многие из вас пишут, где я пропал, где там этот. Работы очень много, друзья, поэтому вчера не снимал. Всем хочу сказать огромное спасибо, кто подписывается. Уже нас 22 тысячи, друзья, уже даже больше. Я вообще, я не знаю, как это так вот оно... Ну, друзья, всем огромное спасибо, честно. Вот так вот, ребятня. Вот такие колбасы. Фасоля такая девчуля. И пятнышко тоже такая, гляньте, мадама. А, друзья, по поводу Брауна Берна, что он говорят, ну, зажиреет там или еще что-нибудь. Мы насчет этого вообще не переживаем. Потом его поставим на пайку, и он придет в форму, все нормально. Ну, хотя он не сильно, он растет пока. Эти кабаны тоже такие, гляньте, ребятня. Вон, уже там котлет наложили, торпед. Да? Видите, друзья, кушать у них есть. Они доедят до утра, и все отлично. Корыта им хватает. И, я думаю, даже будет хватать всегда. Хоть даже они и вырастут. Гляньте, понаедались такие бочки. Да? Ребятня, сейчас, друзья, больше Катя управляется, я так занимаюсь там, намолоть, там сено принести, в основном там на улице я занимаюсь, и так мне аж самому интересно, я за ними аж соскучился, и такие прям выросли, да, ребятня? Гляньте, вон они. Пятнышко. Колбаса. Ну что, ты залезла в корыто и стоит ест. Да, колбаса. Вот, смотрите, что делает. Там в корыте не такое именно вкусно. Что оно там ищет? А ну давайте заглянем. Что ты там ищешь? А? Сено у нее в корыте, в кормушке не такое, там намного вкуснее. Опа. Так, архаровцы, водичка есть, на улице свежо, но не так холодно. Так, вот два красавца уже можно, вот этого, вон, гляньте, какие петухи. Ну, потихонечку, друзья, убираем. По одному. Вчера гуся еще убрали. Ну, убираем потихонечку. Все, Катя сама потихонечку и управляется. И вот, друзья, гляньте, какой красавчик. Вот этого мы, наверное, может, даже и оставим. Потому что это, скорее всего, которые яйца нам прислали. Гляньте, какой красавец. Ходит. Похож на ситцевого. Или сицевого, я не знаю, кто может разбирается. Я просто никогда не видел. Я по фотографиям в интернете смотрю, вроде бы похож. Гляньте, он такой рябой, еще и с короной. Гляньте, какой красавчик. Опачки. Угу. Так. Все. На улице уже темно. Да уже, друзья. Уже 10 час пошел. Все, утки. Половина здесь. Половина. Вот они пасутся. Они прям вот перестали обращать на них внимание. Я же еще раз повторюсь. Они прямо на глазах растут. Вон, гляньте, вот старая утка большая, взрослая. А вот они все остальные. Гляньте. А и вот, по-моему, это старая утка или молодая уже. Я не пойму. Гляньте, как. Да нет, это молодая утка. Гляньте, какая большая. Хм. Да. Ну да, вот утки. Гляньте, какие. Друзья,
пепел весь кидаю им сюда постоянно. У них здесь постоянно, гляньте, какая куча пепла. Катя им подстелила сено сюда. Гусям-лебедям тоже подстелила. Угу. Так, вот они, видите? Друзья, осталось вот эту вот уберем гусыньку маленькую серую. Кстати, на удивление, Катя сказала, что именно, наверное, сейчас сезон. Мы не сильно специалисты. Но вчера она говорит, мне аж понравилось. И он такой чистый-чистый получился. Не было вот этих пупырышек, или как они называются, трубочек вот этих. Вообще идеально такой чистенький. Ну, осталось. Оставим этого гуся обязательно. Старую гусыню и молодую гусочку какую-нибудь. По-моему, одна вот она. Вот это. А это два гуся. Ну, мы посмотрим по этому. По гнезду, по ее. Что нам покажет в гнезде. Так что такие дела, друзья. Фух. Вот так. Ну, всех показал, друзья, все. Что ты язык показываешь? А, ну да, вот старая утка. Что это у нее с крылом? Гляньте. Вот так, что ли, ее побил? Че шо? А? Водичку пьет, значит, все нормально будет с ней. Ой. Маркиз, маркиз. Такие уже большие стали, гляньте. Ну, уже бегут, друзья, они уже нас знают. Гляньте, как блестит. Вот такие кошечки. А, вон еще, вон еще. Че ты там прячешься? Катя прячется. Сегодня у нее нет настроения сниматься. Так что такие дела, друзья. Все. Всем огромное спасибо за просмотр, друзья. Ставьте лайки обязательно, пишите комментарии. Всем пока, друзья.